Сейчас, к примеру, кубанская может называться любая продукция, которая производится в регионе. Однако, чтобы получить такой статус, не обязательно делать товар из местного сырья. Об этом сегодня говорили на совещании в Краснодаре. С кубанскими производителями встретился губернатор Вениамин Кондратьев. Он отметил, что задача региональных властей сегодня – защитить местных изготовителей от недобросовестной конкуренции и фальсификата. Продукция, которую вы производите, которую мы производим в Краснодарском крае, она востребована и жителями нашего региона, ну и жителями страны. А все, что востребовано, начинает подделываться недобросовестными, мягко говоря, производителями. Поэтому, конечно, сегодня мы должны защитить свою качественную продукцию. И получение патента по месту происхождения товара сегодня необходимая мера с точки зрения защиты от недобросовестной конкуренции кубанской сельхозпродукции. Следующий шаг обязательно, чтобы по-настоящему патент в себя включал и требования кубанскому переработчику кубанской продукции, в том числе как минимум 70% в той или иной баночке должно быть сырья, которое выращен или произведен на Кубани. Регистрация наименования места происхождения товаров будет работать на имя аграрного края и станет настоящим брендом. В нашем регионе уже действуют меры, которые защищают производителей и помогают продвигать местную продукцию. Кубанские вина выпускают с географическим указанием, а товарам присваивают специальный знак.